Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел выездное аппаратное совещание на патронном заводе. Культура, образование, медицина, благоустройство, практически весь спектр вопросов, затронутых в этот раз, так или иначе переадресовывался муниципальным властям. Возродить проект «Зеленый регион», который был прекращен некоторое время назад, и включить в работу глав муниципалитетов поручение дано министру природы и цикличной экономики Дмитрию Федорову. Надеюсь, что Федоров в ближайшее время сумеет вместе с коллегами, ну, например, из города Ульяновска, хотя я думаю, что надо из других муниципальных образований, возродить наш большой проект. Экология в соседстве с благоустройством. Губернатор прошел по скверу патронного завода. Неудовлетворительное его состояние – вопрос к городским властям. Набережная Волги и другие болевые точки благоустройства на контроле у губернатора. Я бы, конечно, хотел использовать возможность обратиться к жителям Нижней Террасы с огромной просьбой очень уважительно относиться к тому, что мы вместе с вами делаем по превращению нашей медицины в очень доброжелательную, очень комфортную, красивую отрасль. Я это говорю не ради словца, а это говорю ради того, что я сегодня увидел, чтобы это больше не повторялось. Неизвестные за ночь отбили часть плитки от недавно отремонтированного фасада детской поликлиники. Сергей Морозов заверил, что там и во многих других местах будут установлены камеры и вандалы будут найдены. А ответственность для них будет применяться вплоть до уголовной. Кроме того, губернатор дал поручение разобраться с проблемой взрослой поликлиники, которая ныне размещается в неприспособленном для этих целей здании профилактория. Давайте посмотрим, что там сделать со взрослой поликлиникой. Стоит, значит, несколько строений, все находятся в достаточно запущенном состоянии. Но не можем, так сказать, старинное здание отремонтировать там 30-х годов. Требует колоссальных средств. Но никто же не запрещает посмотреть, так сказать, в интернете, в специальной библиотеке, специальные проекты, связанные со строительством поликлиник. Состояние жилого фонда, дворов и парков Нижней вызвали возмущение Сергея Морозова. Ну, конечно, Вавилин, это никуда не годится, так же, как и Никитенко, это никуда не годится. Содержание жилых микрорайонов, содержание даже того, что мы построили, находится в ужасном состоянии. Построили парк столетия патронного завода. Пришел сегодня, так сказать, там половина садовых диванов уже давно нет. Поселения регионов в следующем году ждут реальные изменения в рамках проекта, основанного на федеральном «Малые исторические города». Коллеги из сельских поселений, исторических поселений, а многие из них просто действительно имеют историю там 15-го, 16-го и последующих веков. Говорят, почему мы аналогичный проект не можем сделать у себя? Проект «Исторические населенные пункты» должен стартовать в следующем году. Проект должен преследовать не только хозяйственно-бытовые, но и воспитательные цели. История любого населенного пункта захватывающе интересна, считает Сергей Морозов. Однако в настоящее время работа муниципалитетов в сфере здравоохранения скорее порождает недоумение, нежели гордость. Нужен контроль. Это вопросы к главе администрации. Я вам уже еще раз всем сказал. С 1 января в структуре администрации муниципальных образований будут внесены изменения. У вас появятся районные, городские отделы здравоохранения. В рамках 131 закона никто с вас не снимал никакой даже мизерной ответственности за охрану здоровья, за организацию охраны здоровья и профилактическую работу. Здание школы, больницы, оснащение их мебелью и некоторыми расходными материалами – задача не области и страны, а муниципалитета, жители которого потребители услуг учреждений. Однако больницы в сельских районах зачастую не имеют перчаток или лекарств. Навести порядок, четко очертить обязанности участников процесса и спросить с каждого по его пункту. Вот что сейчас необходимо. Всем запишите, все руководители муниципалитетов. Это вам конкретное поручение. В течение августа-сентября собрать с населения предложения по улицам, по дорогам, начиная от градирования, отсыпки и заканчивая ремонтом, там, строительством и уличным освещением. Финансирование работ, задержка зарплат, работа Министерства финансов и работа муниципалитетов в рамках соглашения региона с Минэкономразвития России находятся на контроле губернатора.
Ряд показателей, таких как уровень безработицы, спад инвестиций в районах, невыполнение других плановых экономических показателей, не столько были подвергнуты критике, сколько поиску конструктивных решений. Закончилось совещание на позитивной ноте. Ульяновские школьники стали одними из лучших на чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Медаль за профессионализм, это говорит о том, что этот ребенок вошел в пятерку лучших по стране. Это обслуживание легкового транспорта. Причем этот парень из Цемлинского района. Губернатор обратил внимание собравшихся, что одна из основных задач взрослых – создать условия для того, чтобы талантливые дети оставались в регионе, а не уезжали из него в поисках лучшей жизни. Павел Половов, Юрий Конихин, «Новости Ульяновской правды».